Снова всем здравствуйте и снова всем добрый день. Вы знаете, я даже соскучилась по своим банкетам. Итак, застолье, праздничное застолье из расчета 10 человек и плюс деточки. Что же здесь у нас? Жульен из кальмаров, авокадо, креветочки смачные, смачные креветочки на шпажках, на горячее картошечка печеная ассорти картофеля, далее ребра свиные с карбонатом, улиточки куриные на шпажечке в беконе в сочетании с картошечкой, рыбка в кляре, соус будет отдельно, вот такой вот розочка из блинов с форелью и сыром, но это уже не роза, это целый пион с форелью и творожным сыром. Далее идут жуленчики из говяжьего языка с лесными грибами, салат из хрустящих баклажан, салат с уткой со специальной заправочкой и на холодное у нас тут рулетик сложно-треугольный желе с карбонатом и сыром. И еще не сказала, у нас деткам шарики куриные и сырные палочки. Ну, собственно, все это уезжает к заказчику.